Сегодня у нас ровно сутки после опороса. Наша Хрюшка родила 9 прекрасных поросят. Так получилось, 8 девочек у нас и один хряк. Симпатичные, активные, очень хорошенькие девчушки. Все курносенькие, большеголовые, очень такие хорошие по своей фактуре, скажем так. Вот. Очень активная. Сейчас вот мамочка немножко расшевелилась, будет их звать. Очень активная. По характеру сразу уже, даже вот в первый день видно уже, какие они все разные. Вот. Парень самый активный, самый голосистый, самый кусачий такой. Ну вот мужик самый, с самого начала видно, что мужик. Вот, никому не дает спуску. Ну и девчонки тоже не отстают. Вот. Специально выбрала время, когда они более-менее отдыхают, потому что Хрюшка начинает беспокоиться. Да. Вот, все прекрасно. У нас очень хорошая мамочка. Кормит у этой Хрюшки. Это у нас второй опорос уже. Первый было 7 поросят. Вот в этот раз 9. То есть, ну, по стандарту, да, 9 поросят, это такое классическое количество. Вот. Вот такие прекрасные сосунки у нас. Вот. Все, мамка сейчас. Очень приличные дети. У мамы угол, куда она ходит. Малыши, вот посмотрите, сутки прошли. Он идет именно в этот угол, делает все свои дела. Прямо очень культурные, очень чистенькие. Поросятки очень нравятся породы. Вот, вот, расшумелся. Кушать хочет. Вот. И это все поросят абсолютно так. То есть они прям вот в крови, у них эта чистоплотность. Тут же прям в течение суток, не поверите, уже вчера где-то часа через 2 после того, как родились, уже все, они ходят, ищут где этот угол. Ну, поначалу, конечно, везде пробовали. Теперь стабильно, гуськом идут друг за другом и делают дела там, где положено. Куры любопытные. Вчера целый день сидели и смотрели, что тут происходит. Непонятно, откуда тут столько много маленьких визжащих, пищащих. Вот. Ну вот такая вот, вот такие вот прелестные у нас поросятки.